Хей, йога, с вами Шумки, мы продолжаем пройти игру под названием Bloodstained. И да, мы в прошлой серии. Что сделали? А я не помню, что мы сделали в прошлой серии. Но я могу залезть на ПК. Ай. Это мне нравится. Ой, я не хочу знать, что это вот только что было. Хотя. А это дух где? Вызови этого духа. Я уничтожу эту сферу и узнаю, что это. Так, поехали. Архивы, демоны. Дух света. Волшебное воплощение света, оживление темной магии. Ну что, справа? Так, наверху у нас башня близнецов. Здесь на что? Мост несчастий. Татьянка. Кроломорфоз. Превратитесь в лили. Чё? Архивы, демоны. Вестник крови. Лили. Демонический полузаяц отрезал уже немало голов. И как мне в него превратиться? Вот эти определенные объекты. Так, у нас на кнопочку. Ни хрена себе. Ха. О-о-о, он двигается. Так, осколки. Винтраж. Архивы, демоны, лили, лопатокопатель, смерть пол, повозка, смерть подчинившая себе лафет, орудие и ставший подвижным. Это архивы, демоны. Опа, молотоглаз. Молотоглаз, так, одинокое мстительное существо. Так, здесь мы все, да, изучили. Заган, да, это бык. Где-то я только что видел. А, щенок. Возвращенный из мира мертвых глава пса, пропавшего в замке. Да. Не очень хорошее место. Че это такое? Не бесит игры, где мне наносят урон при. А, похоже, дверь закрыта какой-то машиной, чтобы пройти что-то. Так, что-то нужно. Короче, нужно где-то какой-то рычаг найти. Ясненько. Возвращаемся. Через всю эту жопу. Ой, из них кровь капает. Да, новый уровень.
Ну хотя бы много новый уровень я повышаю быстро. Убийство врагов. Сейчас мы все равно пойдем сохранимся. Потому что мне хп мало. Ой, такой я еще не получал. Алхимическая добыча. Иногда число предметов, полученных при создании, увеличивается. А вот это будет полезно при создании хавчика. Это будет полезно для создания хавчика. Так, теперь сюда. Мы убили только босса, это руку ходячую. И все. Ну, типа, и босс туториала. Если оно будет все так вращаться, меня вырвет. А где маны? Так, дух света, ЦР, песня крови, Орнес. Так, витраж. Витражное стекло полное гнева и отчаяния из-за того, что его постоянно разбивает. Конгецу. Где эти оборотень? Монстр, чей волчий голод к человеческой плоти присыпался при полной луне. Даже так. Давайте наверх. Ну, типа, по сути, я должен был наверх идти и так. Решили выбрать такую сторону. Интересно, правильно ли я вообще иду? Опять я куда-то упал. На карте это не так сильно отмечается. Чувствуется, заблудиться. Так. Лучшие прически. Еще один набор. Ясно, понятно. Как мне туда попасть? Понятно. Канапелька. Канапелька, канапелька. Максимум ом. А, так я еще могу упасть с этой херни. А это вот плохо. Потом сокращение пути нашел. А ни хера. Нужно было идти в ту сторону. Да-да, еще один оборот. Давай, ну уже. Ой! Я не думал, что он ко мне спрыгнет. Я думал, типа, он слишком большой для того, чтобы ко мне упасть. А нифига подобного, оказывается. Давай сюда. Так, новый демон. Так, демоны. Так, это было. Келена. А наполовину птица на... Так. Повелевает грозами.
есть... Так, есть двери, которые можно открыть, подержав перед ними руками Мириан. Наклонитесь, чтобы выбрать так направление. Черт, не врубился. Ладно, врубился. А, погнали сюда. Джибл! Смотрите-ка, сколько ты уже собрал осколков, как тебе нравится управлять магической силой? Ничего особого, это просто сила. Ей управляет так, как сила это человеческая. Ты глупо, если полагаешь, что сможешь впить столько зла и остаться человеком. Нет, ошибаюсь, здесь не я. И я не сдамся. Ни тебе, ни им. Никогда не говори никогда, Мириан. Ты у меня в руках, Джибель. Ламар Лагант мой, и я его верну. Как ты вообще жив? Я не понимаю. Приказа мертвеца. Ну уж нет, твоя очередь умирать. Следующая атака, я не промахнусь. Повелитель, мы должны сохранить энергию для короля Бала. Да, ты права, тебе повезло, старик. Ушел. Альфред, я не дам тебе использовать Лайбер Лагет, чтобы так погрузить мир в... Я отправляюсь в погоню, как след еще не остыл. Окей. Значит, мне лучше тогда идти в обратную сторону. Ну, именно сюда. А, так мне... Не так уж много нужно этого. Не так уж много атаки. Гипер... Что-что-что? Снаряжение. Солнечные очки. Очки для защиты глаз от яркого света. А, типа видите, на заднем фоне типа этот. Цвет убирается. Гипер... Вентилятор. Мозг, призывающий владельца выходить за пределы возможного. Я выше прыгаю? А что надо делать? Я так не понял. Маска, призывающая владельца. Маска, призывающая владельца. Нет, вам пускай будет пока моя вот эта терминальная. Снаряжение, оружие, пронзатель. Копье с большим широким лезвием. Куда я пришел? А, вот это как раз та уличка, где этот оборотень. Все, я понял, хорошо. Значит, бежим сюда. Бля, это мне на самом деле заново лезть. Плохо вышло. Хороший черный экран, долгий. Сейчас оказывается, что он бесконечен. Тик-тик-тик. И музыка пропала. Прикольно.
Емкость чего? Максимальное количество патрон. Окей. Мне все-таки придется назад идти. Банана на уровень. Хорошо. Идем далее. Не подобралась, да? Печально. Ну ладно, не страшно. Полезем. Стоп, М. Т. Ой, М. Смотрите, у нас получается что? Это я сейчас с той стороны. А ни хера не получается. Потом посрать. Идем сюда. Он упал. Найс. Мне же лучше. Мне же лучше. Максимум хп. Ну вот бортик, там же еще есть проход. Чешта. Так, летающий меч. Летающий меч. Клинок волштаг. Волшебным образом наделенный способностью летать. Это типа пистолета? Или типа того, да, что-то? Архивом, демоном, щенок Лилити. Так, вот он, коса клещ. Огромный жук с неутолимой жаждой крови. Не, знаете, на самом деле, я не знаю, если так смотреть, снаряжение мечи. Меч или голова, в принципе, ну это колющий урон. Здесь плюс 2. Типа, а у этой дальность хорошая. Я за дальность. Плюс он наносит один урон, типа удар, и плюс к превращению второй. Можно сюда? Спасибо. Удара. Давай быстрее. Найс, монета пропала. Пока дождешься. Все уже заберут. Ну, можно медлительность только взять. За минус. Эфир. Дневник. Мощный взмах. Мощная атака одноручным клинком. Кроватка. Окей. Мне интересно, ломает ли она стенки, если у меня такой меч. Очень интересно. Сейчас либо босс будет, скорее всего, босс. Что сохранить? Хотя...
Сохранения давно не было. Посмотрим. Лайверс Ошин. Монетка. Плюс 5. Р. Архивы. Демон. Та-та-та, дух грома. Волшебное воплощение грома, оживленное темной магией. Давай присядем. Мне кажется, что-то должно случаться, когда мы сидим. Там мы играли с вами на пианино. Давайте немного посидим еще и пойдем. Знаете, мы отдыхаем. Чисто отдых. Мой питомец летает, ему нормально. Кружит, вертится. Значит, здесь нихера нету. Ну и смотрите, я могу атаковать, когда сижу. Есть дверь, которую можно открыть, подержав перед ними руки. Меря наклоняясь, чтобы выбраться в направление. Окей, все. Что-то там обезьянок много. Что-то тут много обезьянок. Окей. Что здесь далее? Ай-яй. Р. Архивы демона. Рулша. Милая крылатая демонша. Благословенная тех, кто ей понравился. Благословляющая. Ну, типа суккуба. Простонародье это просто суккубша. Приятная компания призывает полтергейса, создавшего защитные барьеры. А ну-ка. Давай посмотрим. О, это, скорее всего, будет работать как щит. Что-то я в этом уверен. Амфир. Так, смотри, он работает как это, щит и плюс дэмэдж наносит. Это вообще замечательно, слушайте. Как раз. Попробуй еще направь. Да, не ломают. Но не на один раз. Но не на один раз. Ни хрена себе тут. Маска ворона стоять. Снаряжение. Оружие. Нужно будет продавать, короче, все ненужное. Маска ворона. Маска, напоминающая ворона. Присядем. Посмотрим на картину. Это, знаете, мы с вами как интеллигенты, провинциалы, смотрим на картину и любуемся живописи. Какой на большой рамке, кто же художник? Сколько же вопросов без ответов?
Неважно. Мы с вами идем далее. Мы идем далее, далее, далее. А есть типа достижение посидеть на всех стульях? Десять секунд и отправляемся. Просто я думаю, ну если на пианино наиграла, значит и здесь что-то может произойти, ведь так? Так, вот так. Все возможно, все возможно. Да, ломает. Стены ломает, все значит хорошо. Так, блядь. Давай сюда. Еще очередной проход. Можем, в принципе, попробовать в этот. Вышли слазить вниз. Типа проход мы все равно открыли с вами, да? Сокращение. Два урона. Еще достань. Ладно, подвинуть. Так. Пепельница. Оп, оп. Наверное, не залезть сейчас. Ту-ту-ту-ту. Убирайся. А как залезть? Все, сумел. Монетки. Вот, сбегаю, сохранюсь. И потом пойдем туда, где я открыл проход. Знаете, типа и библиотека с одной стороны, и как бы не библиотека. Не, меч хороший, типа мне очень близко подходить не нужно будет. Но если взять, допустим, тот же самый Моргенштерн, то с помощью него я хотя бы сразу атаковал. Ну, типа, много атакует по урону. Здесь же не сказать, что так уж много дэмэджа наносит. В принципе, я думаю, нормально. А, так... Он не только по прямой стреляет. Копатель, дух, кататель, лилия, дух света, песни крови, порность. Что вот это за книга была? Там летающая живая книга была. Какое насекомое. Вот она.
Дантальон. Демон, обитающий в книге. Хера себе, ты выглядишь. Малый. А наверх есть проход. Жаль, но туда куда-то можно запрыгнуть. Давай есть. Здесь нужен полет типа того. Что типа того. Светящаяся тень временно повышает ваши параметры. Ух ты. Так, эти водные камни. Стоять. Мне нужно что? Снаряжение? Нет. Осколки. Временно повышает витраж. Повышает ваши параметры. Ох, нихера нажигает. Сколки. Она жопа как сжигает мне эти параметры. Давай немного вверх пройдем. Три прохода, четыре, если не включаю вот этот. Этого с боссом. Полгода прошло с тех пор, как я начал изучать демонов, а я и от трышки до сих пор на свете не произвел. Мой старый друг говорит, что видел призыв дружелюбных духов из Лайбер Логейшн, Логейт, и что мне нужно лишь инвертировать обряд. Ну хотя я и стараюсь как могу, и обыскал всю библиотеку, мои усилия бесплодны. Я собираю со счетов, сколько вариаций обрядов я уже пробовал. Мои методы верны. Мне так подводят материалы, что не хватает. Человеческие жертвы? Нет, надо попробовать другие катализаторы. Обнаруженный мной кристалл так продолжает расти, пусть и медленно, смотря на его, моя единственная радость. Так, здесь, скорее всего, у нас сохранялка, да. Перед боссами всегда должно быть сохранение. И это не исключение. Что мы теперь делаем? Мы идем наверх, ребят, с вами. Туда, стой, стенка. Нет, стенка не рушится. Я хочу посмотреть, что здесь у нас есть. Пойдем наверх. Пойдем. А ну, туда я, понятное дело, не попаду. Окей. Так, быстрое перемещение, хорошо. Понятно, стены все-таки. Что тут? Опа, а знаете, что это? А здесь в старой части Кастельвании, где мы играем за Дракулу или за типа того, здесь должен был... Это что, тот же замок, тот же самый. Здесь должен был сидеть мужик, а под ним там есть проход. Могу я чем-то помочь тебе, человек? У тебя странная аура, да? Ты вампир. И что теперь? Убьешь меня только лишь за это? Мы с тобой вроде не ссорились. Вот это челик, это есть, кажется, протагонист той части, где здесь торговец обычно сидел. Меня зовут Орлок Драк, но ты можешь звать меня ОД. Я надзираю за библиотекой мисс Мэриам. Мне нужно брать книги из своей библиотеки. Конечно, Мэриам. Хоть ты и будешь моим первым клиентом, человеком здесь сохранят магические фолианты, дающие силу читателям. Но раз уж ты здесь, почему бы не воспользоваться их дарами? Фолиант. Так, мощи. Исполни магию, книга повышает силу. Я типа могу одну на выбор взять.
Книга, написанная величайшим из охотников, усиливает на... Так, направленные осколки. Полян... Так, помощи. Книга легендарам призывает увеличить силу спутников. Книга ускоряет работу мышц, повышает скорость обычных атак. Так, книга благословения священника повышает сопротивление проклятиям. Иммунитет к управлению магией повышает сопротивление ядам, сопротивление окаменению, цвету, тьме, грому, огню, льду. Так, любопытная книга поможет приносить удачу, повышая удачу. Магия. Так, разум. А, это разум. Телосложение. Интеллект. Повышает силу. Мощи, мне кажется, лучше брать. Типа, понимаете, здесь, с одной стороны, и мощи хорошие, а с другой стороны, и скорость обычных атак. Лучше мощи. I'll go with this. Наверное, возьму эту. Но не забывай возвращать то, что берешь. Это библиотека, а не книжный магазин. Жалко, что я не могу себе ее оставить. Потому что, типа, довольно прикольно будет до хера урона иметь. Типа, я хочу взять эту и книгу фамильяра, и книгу скорости атаки. Типа, войну. Отличные книги. Я могу только одну взять. Я попытаюсь загуглить, могу ли я как-то увеличить количество взятых книг мной. Ну чё, поехали. Ау. Ай. Ну типа дальность атаки у меня. О, все. Чисто, ребят, из-за той способности. Благодаря ей чисто все происходит. Двойной прыжок позволяет прыгать так второй раз, пока вы в воздухе. Ты. Упер-пупер. Корона из перьев. Ну чё, в принципе, теперь можно искать те места, где нам нужен двойной прыжок. Так, сохраняемся, да. Сохраняемся, да. И давайте, наверное, на этом закончим, в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.